Лещина. Ну что, строго без тильта или строго с тильтом? Казуалы плюс чат. Ля-ля-ля. Кто казуал, плюс чат. Еще раз говорю, сразу откликнитесь. Я не могу, у меня моделька очень большая, у меня плохой артефакт был с первого босса, это нечестно. Почему вообще попадается тот босс дебильный, с которого плохой артефакт западает? Что за хрень вообще? Здорово, чат. Привет, отец. Впервые засылаю тебе долю. Когда не обстал, ты чили, чем планируешь заниматься? Моделька большая, блять. В дальнейшем это что имеется в виду? Какие игры стримить? Ну блин, казино и Айзека. Что? В плане игр у меня сейчас все заебись. Мне в Айзека норм играть. Я рейджу, потому что на стримах отвлекаюсь постоянно. ТД и ТП. Мне сейчас вообще по кайфу. Ну, без стрима играю в Тарков, на стриме рейджу Айзека. Вообще кайф, да. Они не умирают с одной тыки? Ого. Пизда, твари, ёбаные на разрабах. Дурные, сука, люди. Она может не умирать с одного тыка, оказывается. Это ж вообще, каким нужно быть боном, чтобы такое придумать? Кем вообще нужно быть, чтобы это выдумать? Чтобы она не умирала с одного тыка? Типа, кем нужно быть? Нужно быть разрабом Айзека. Фул боном. Смотрите. Ой! Я не хотел этого делать. По сюжету игры Айзек, спрятавшись от своей матери, задохнулся в сундуке. А все, что мы видим на экране, просто его воображение. Но на самом деле Айзек выжил и прямо сейчас стремит извиниться. Я все ждал, когда шутка будет какая-то. Бля, как я не си... Бля, я не могу, сука! Ну ёбаный рот, ну кто придумал это, чтобы оно разлетается каждый раз на все стороны? Ну, бля, какой ебан! И ключей нет, твари ёбаные, опять... Какая-то хуйня. Какая нахуй амнезия, я так не могу играть! Вау, нет, с такой моделькой... По-моему, этот герой не очень играбельный, да? Как можно не получать дэмэдж с такой моделькой? Ты в любом случае получаешь дэмэдж, гарантированно. Ты обязан. Слушай, как сбросить вес женщины? Продай инфу за 750 сейчас, рублей. Это не донат, а покупка курса. Сейчас скажу. Ну, вообще, конечно, ну... От типа телосложения многое зависит, но... Самое главное, это... Меньше есть, очевидно, ну, особенно вредного всякого жира. И больше двигаться, бля, то есть бегать там, например. Но у меня не было шанса, сори, блядь, я был мертвый изначально с нулевой секунды, я был уже по... Так, ладно, этот герой, походу, мне не подходит. Я не понимаю, как этим героем играть. Ну ладно, го еще раз попробуем. Мне этот герой что-то не подходит, не получается на этим героем играть. Ну, блядь, почему оно там, блядь, было вообще, сука? Блядь, это все из-за надписи. Почему надпись появляется, блядь, полный ебаный тупорылой твари, блядь, нахуй, блядь, что надпись? Блядь, ну как это было задоджить-то? Тварь ебаная на хапыче. Ох, тварь. Мне этот герой не нравится, все, забейте, этим героем больше не играем. Он реально какой-то хуйовый, я не могу ничего сделать. Я не хочу этим героем играть, мне этот герой не нравится больше. Го этим сыграю. Попробую. Я тем героем играть не могу, это в пизду. Он очень он очень плохой на самом деле. Нет, это плохой герой. Я не хочу им играть. Вот хороший герой, все. Вот, вот хороший герой. Я не могу играть плохими героями, это просто пи***ц. Бля, нога это крутая тема, кстати. Вот, вот этот герой, у него все получается, гайс. Вот этим героем реально все получается. И вообще, играть героем, который сам себе сердца уничтожает, это тоже такой бред еще. Короче, вот нормальный герой, вот имя сейчас пройду. Ой, там дьявольская была комната, я не заметил. А все, короче, забейте. Я опять в тильте, я не заметил дьявольскую, мне нужно было там сердца отдать. Я ее не заметил. Не, ну это супер тильт, я ее не заметил просто. Это конец. Ну, я не знаю, что мне получается. Что вообще уже не так идет. Как видеть? Ну, я не знаю, как видеть. Ай. Я не хочу дышать. Не, я не хочу играть. Лол, я не хочу вообще играть. Я вообще не хочу играть. Я вообще не хочу играть.
Вообще не все не так. Я не заметил дьявольскую комнату. Почему ее не видно, блядь? Я виноват, что ее не видно, блядь. Ну я умер. Или нет? Видели, как надо играть? Привет, папаня. Это я, Кайл. Как же ты меня заебал? Пожалуйста, убей меня и не играй мной. Удали игру. Я не играл почти, что ты несешь? Как говно разбивать? А, если не могу теперь таблетки выпивать. Я ж уже потерял свою темку. Понятно. Найс. Понятно. Кто меня бьет? Я не хочу, сука, не хочу вообще ничего. Как заебало, кто меня бьет, никогда не понимаю. Вот никогда в жизни я не смогу понять, кто меня бьет. Это единственное, чего реально никогда в жизни не пойму. Кто меня бьет? Кто меня вообще бьет? Кто меня бьет? А, у меня 0 золота. Весело тоже. Неожиданно, кстати. Сейчас бы с 0 золота погамать. Погамзать, погамзировать. Как я терророльну? А, была монета. Ладно, нет. Понятно все. Я понял. Хороший раныч. ГГ нахуй. Ничего не работает, игра. Игра не работает. Something's wrong. Something's wrong. Помолчи. Ухиш, здорово. Смотрел тебя последний раз в 2018. Рад, что ты в добром здравии. Собственно, вопрос. Ты купил когда-то марихуану? И как ты расслабляешься? Нет. Употребляешь ли алко? И не... еще, за сколько пройдешь Шрека 2? Бля, что за дар? Чел меня называет Пукичем, спрашивает, употребляю ли я марихуану. Что за ебаный дар? Чел, себе отсюда, пожалуйста. Speed up. А че? Ай! Блядь! Я не понимаю! Блядь! Здорово, ты залечь. Нет, это я не тебе, а чату. Знаю, что рано спрашиваю, но похер. Как тебе эта игра? Чисто на оценочах эксперты. Ну прикольная, ну блин. Вижу, что есть моменты, от которых тебе кайфово, и есть моменты, от которых разработаны. Ну рандом излишний, слишком много плохих итемов. Это всегда зря в таких играх. Зачем делать очень много плохих итемов, чтобы что? Почему нельзя все итемы просто попытаться сбалансить, вместо того, чтобы делать откровенно прям плохие, которые вообще не юзабельные? Тут же есть прям очень много таких, которые это вообще никак. Бля, все умирает сразу, это лол. Мне так нравится играть. Ему нравится. Так интересно. Так реально интересная игра, когда все умирает. Ему нравится. Почему все умирает, блядь, я понять могу. Из-за Sacred Heart или что? До этого оно отравлялось, но не умирало. Что меня бьет? О нет! О нет, костер меня опять наказал. Да, без щита какого-то здесь нереально, без какой-то защиты, бля, с этой хуйней. Ну когда оно? Почему я не могу просто бомбу поставить на него? Почему она отлетать должна обязательно? Не вижу ничего, пи***. Не, я ничего не вижу, это конец. А толку рестартить, блядь? Весь файт рестартится, толку с этого. Я не вижу, кто меня бьет даже. Что за хрень? Бля, тот луч неудобный. Как бомбу просто ставить на него, блять, я не понимаю, сука. Я думал, я снаряды могу убивать. Оказывается, не могу. Он заебал. Этот босс, конечно, не проходится без какой-то хуйни, которая помогает снаряды доджить. Или щит, или... этот кружочек. Да, я уже отсюда не выйду. Да чел непобедим, сори. Сколько у него хитпоинта, он не умирает. А так он непобедим был, в принципе. Типа, почему у него количество хитпоинтов неадекватное, абсолютно? Почему? Вот очень интересно. Мне вот реально... хотел бы я знать эту информацию. Почему он не попадает, если я по модельке стреляю прямо? Он не попадает, когда я стреляю прямо по модельке? Что с игрой? Я стреляю прямо в эту штуку, она не попадает.
кидать шприц не на дэмэдж. Да сколько можно кидать шприцы не на дэмэдж? Зато скорости, заебись, конечно, удачно зашли. Все, не хочу играть. Я не могу это вытерпеть. Так долго их бить. Конец. Конец игры. Я не понял, что делать. Ну дай же пройти, уёбище! Как? Два дэмэджа пригодится. У тебя останется и тем, если реролнишь этаж. Еще один получишь. Найс, вовремя! Вовремя! Откуда я знал? Я же рестарчу этаж. Но откуда я знал, что разрабы настолько дебилы? Рестарт — это рестарт. У тебя не может быть итема, потому что время возвращается. Откуда я знал, что итем останется? Это ж, ну, ни один человек адекватный об этом не подумает. Ну, это теоретически невозможно, правильно? Как можно об этом подумать, если это теоретически не может быть возможным даже? Привет, папань. Как ты? Ты же плохо смотришь The Last of Us. Видел ага. уже 3 серию. Видел. Я охуел, когда посмотрел. А что охуел? И не разоухел до сих пор. Я это предсказал. Мы там сняли нас с тобой один в один. Мы же так же трахались на Драконыче 2 года назад. Сука. Упырь. Айзек! Блять, почему такой плохой итем опять? За что мне это? Завтра мимо твоего городишки приеду. О, Strength! МБ скажешь мне в лицо, кто есть дон. Да отвали от меня, придурок, блять! Тренировки бега по сравнению с моей штангой. Пэс, ты убивая ангела. Статуи в ангел румах. Повышаешь шанс на ангел пипет рум. У меня не взрывается статуя ангелов, о чем речь вообще? Я не могу их взорвать, я не знаю, кто сказал, что их можно взорвать? Блять, кто я нажал? Какого хуя, блядь? Там клавиатура включена. Как убрать это? Как вернуться? Блядь! Я не могу выйти отсюда. Как выйти отсюда? Вот отсюда. Как? О, нет. Что нажать? Как выйти отсюда? Как выйти отсюда? Так! Не ори, он ёба. Как выйти отсюда? Ну как отсюда выйти, блядь? О, все, я вышел. Бля, это какой-то пиздец, это просто ад. Мне стрэнг выпало, гайс, ура. Стрэнг, ура. Very nice. Ну, у меня сильный билд сейчас, надо попытаться. Вдруг я смогу отхилиться. Сюда. Супер ошибка, да? Ну, у меня сильный билд, если бы были бы сердца. Найти сердца, я буду сильным, реально. А чё у него? Он король, или кто? Это никто, я король. О, дэмэдж! О, ой, хорошо, блядь. Да, по-моему, легкий босс, да? Как я и говорил. Если залутать все перед боссом, то... Плюс у меня билд не слабый. Все? Все? Я даже этот не... Ну, не перерождался. У меня еще должно быть 8 жизней с перерождением. У меня осталось 15 жизней, получается. 15 жизней. Тут еще сердца можно было подобрать. У меня же грибочек перерождает с фулл хп, то есть с 8 жизнями. Не почувствовал, я же говорю, изи. Если бы я сразу знал, что можно собирать все итемы с боссов, я бы его тогда еще разъебал с первой попытки, скорее всего. Бля, вы помните, у меня в первой попытке был очень сильный билд. Если бы я мог насобирать сердца и собрать все итемы, я бы его разъебал в первой попытке. О, у меня бумажка покраснела, это типа я убил босса этого. Типа реально был какой-то супер жесткий босс, один из последних или последний. Потому что, ну, не добавилось на бумажку ничего, а бумажка покраснела. И что здесь? И что здесь, а? Или концовка просто. Я думал, дальше это концовка, оказывается. Это он задыхается?
Тут еще батя есть? А где батя? А, вот откуда, персонаж синий челик? Типа он задохнулся и стал синим, посинел и сдох. Вот откуда персонаж синий челик? Ну, тот, который три знака вопроса. Да, я, а шо? Так уже была такая концовка, подождите. Она уже была. Ну, а теперь продленная какая-то. Я думал, будет дальше игра. Ха, не почувствовал. Если собрать 6 итемов, вы понимаете, какое-то усиление? Короче, Ева мне не понравилась, я ее не осилил. Два героя хороших. Азазель и Каин. О. Потом Азазелем поиграю. Что я им сделал? Я им сделал все то же самое, кроме грид-мода и этой темы. Два героя есть хороших, остальные не нравятся. А ну в теории еще мэби этим героем попробовать как-то. Вот этим. В грид-моде он сильный. Я не знаю, насколько он сильный в дефолтном прохождении. Прощавайте, люби глядачи.